Всем привет, уважаемые зрители. Город Севастополь. Развязка на пересечении улиц Шевченко. Точнее, даже не на пересечении, а это как бы называется объект транспортная связь с кольцевой развязкой между улицей Шевченко и Столетовским проспектом. Вот сейчас вот это у нас Столетовский проспект, перекрытый участок. Перекрыт он в связи с устройством кольцевой развязки. Идут тут всякие работы по переустройству коммуникации. И вот сейчас уже начали укладывать ЧПС в основание будущего этого дорожного покрытия, короче говоря. Вот на данный момент вот до сюда уложили. Ну, в общем, работы идут на кольце будущем. Значит, скорее всего, уже в районе кольца переустройство коммуникации завершается, потому что коммуникации было очень много тут. Сейчас уже начинают формировать здесь контуры будущей развязки. Вот уже впереди можем видеть, укладывается бортовой камень, устанавливается. И видим даже куча штабелей, поддонов с бортовым камнем привезли. Слева направо едет транспорт, это с улицы Шевченко на Столетовский, на открытый участок. Сейчас смотрим со стороны улицы Колобова. Кстати, обратите внимание, основания для опор наружного освещения и сами опоры прибыли. Тоже уже где-то, где можно будет монтировать их, уже начинать. Этот экскаватор грузит инертный материал, и там щебень, ЧПС. Судя по всему, уже на дальнейшую укладку. Здесь еще продолжаются работы, там какая-то коммуникация серьезная. Вот я сейчас уже засыпают, монтируют в камере задвижки. В общем, такие дела происходят. И извлекают вот сейчас экскаватором старую трубу. В целом вот такая вот обстановка. Ну, до конца года срок стоит завершение работ на данном объекте. Вот сейчас идет засыпка ЧПСом или отсевом. Кто его разберет, что это? Короче, вот, уважаемые зрители, на данный момент такая обстановка здесь. Будем далее следить за строительством. Я думаю, сейчас скоро дальше дело пойдет быстрее, поскольку уже начали бортовой камень монтировать, ну, значит, скоро начнут вырисовываться контуры развязки. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание.
Не забывайте подписываться на ВК-видео. Всем до новых встреч!